Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 18 октября. Ночью у нас выпал первый снег. Сейчас 8 утра на улице. И он благополучно тает. Сильных заморозков нет, но они ожидаются на выходные. Так что вот у нас уже начинает мелкими шажками наступать зима. Вот такая вот у нас красота утром. Ну, а я пошла кормить свою живность, курочек и козочек. Снежок сегодня у нас растаял, лежал 2 дня, но благодаря сегодняшнему ночному и утреннему дождю все благополучно растаяло. На эту неделю у нас передают более-менее такую для осени теплую погоду. Даже показывают в прогнозе, что будет до плюс 11. И мне надо будет обрезать розы, прикрыть их, чтобы эти не замерзли розочки у меня. Вот это, кстати, роза у меня выращена из черенка, который я сама выращивала. Вот один уцелевший был черенок. Также надо будет прикрыть сарай, уже закрыть капитально. Это у нас еще так он только. Вот такая грязина тут у кур. От снега, от дождя. Но они гуляют еще. И еще надо будет мне обрезать клематис. Вот этот вот клематис. Убрать эти палочки. И прикрыть его тоже. Потому что у меня из 3 выжил в эту зиму только 1. 2 замерзли. Вчера занималась посадкой черенков роз. Здесь у меня 4 красные розы и 2 желтые. Посадила черенки, укрыла. В прошлом году высаживала тоже 6 штук. У меня только 1 принялась красная. В этом году красивый большой куст вырос. Но я решила попробовать еще раз. Может быть, приживутся. И я таким образом размножу себе розочки. Ну, а сейчас я готовлю на ужин. Здесь у меня фарш, говядина и свинина. Я сюда покрошила капусты, лук, добавила яйцо, соль и перчик. Перемешаю и накручу колобков. Будут у меня такие ленивые котлетки. Голубцы, ленивые голубцы. Буду делать в подливе. Налила воды. Открываю свой кетчуп домашний. Очень нам понравился. Вообще очень вкусный кетчуп. Добавлю немного соли, чтобы бульон был не пресный. Перемешаю. И выливаю все. Сюда в противень. И получается очень вкусно с подливом. Мы любим всегда с подливчиком. Ну и они, когда готовятся в духовке, будь то тефтельки или вот голубцы ленивые, они лучше пропариваются, провариваются. Вот такой вот у нас будет подлив.
Все ставлю в духовку. 2 дня мы тут готовили тушенку. Такая вот у нас тушенка. Это чисто из мякоти. Это козлик. Такая вот красивая тушенка. Делали мы 2 варева. Вот полные полки заставлены. Получилось у нас 30 пол-литровых баночек. Вот. Ну, здесь у меня еще всякие заготовочки. Еще вот хреновина, перчик есть. Кстати, делала. Так, это что у меня? Это у меня черная смородина варенье. Делала по Наташе Касьяник рецепту кабачки, как ананасы. Очень нам понравились. Мы 1 баночку уже съели. Вот у меня всего 3 баночки было. Так что нам очень понравилось. Так, ну и все. Там хреновина, перчик тоже. Вот, но там еще у меня консервы есть рыбные. Вот здесь я храню яйцо. Должны мне прийти забрать. Вот, так что вот такие заготовочки. Поставила вариться картошку на пюре. Здесь у меня готов компот. Компот из замороженных яблок и вишни. Все сварился, уже сейчас будет настаиваться и будет у нас компот. А я пока сделаю салат сырчес. Достала яйца вареные и сырочки. Плавленый сыр. И порежу, почищу потом чеснок, добавлю чеснок и перемешаю с майонезом. Такой рецепт у меня есть на канале. Можно будет посмотреть. Я оставлю ссылочку в описании. Очень вкусный. Особенно осенью. С чесночком на хлебушек намазал. Можно с супом, со вторым. Вообще с чем угодно. Картошечка вовсю кипит. Я сделала салат. Замешиваю я в большой чашке. А потом перекладываю. Это вот нам будет на ужин. И еще целая вот такая вот осталась. Сейчас я закрою крышечкой и уберу в холодильник. Ну и, конечно, я не могла устоять себе не намазать бутербродик. Сейчас слопаю. А вон там на яблоньке 1 уцелевшее яблоко. Пойду я сейчас его сорву. Вон оно висит 1. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Сейчас я его сорву. Вот это яблоко. А тут еще вот 1, 2, 3 упали. В итоге собрала 5 яблочек последние. Уже все в этом году. Все, сейчас помою яблоки и яйцо. И мы будем ужинать. Ну вот, настало время ужина. Наши котлетки мясо капустные. Пюре. Сделала еще салат из свежих помидоров с луком и с подсолнечным маслом. Добавила немного перчика, соли и все перемешала. Компотик, ну и бутербродики с сырчесом. Кто не захочет, просто с хлебушком. Всем приятного аппетита! Ну а я прощаюсь с вами. Всем, кто меня смотрел, спасибо. До новых встреч, до новых роликов. Всем пока.